Друзья, в этом видео я рисую детской акварелью при помощи пера. Перо, конечно, вряд ли заменит кисть, особенно белку. Но все-таки в качестве эксперимента я решила попробовать. Рисовала этот цветок полностью пером, что мне понравилось. Пером получаются очень-очень красивые тонкие линии. Перо, как дополнительный инструмент в арсенале художника, очень даже хорош.